Асур ли стапер бешаво жехал бо тиша беав. Не разрешается стричься, когда попадает на тиша беав. То есть неделя, которая попадает на тиша беав. Допустим, в этом году у нас тиша беав будет в четверг. И поэтому нам не разрешается стричься уже и бриться, начиная с после шаббата, с моцей шаббат до четверга. И вехен асур ли галеха закан, тоже нельзя бриться. Висафам шмеакева ахила мутар регалхо, но если усы мешают для того, чтобы человек кушал, то усы разрешается постричь или побрить. Васур легдолим лизабирактаним, не разрешается взрослым стричь маленьких, ведь маленьким это мицва, для детей это мицва не распространяется для маленьких детей, но взрослым нельзя стричь маленьких. Ну я не знаю, получается маленькие стригут маленьких, да, в эту неделю, то в эти четыре дня. Мутар ли ишали стапер бешаво жехал бо тиша беав. Но женщине разрешается все делать в ту неделю, которая попадается на тиша беав, потому что женщина это другой совсем мир. Да, барух адонай леолам.